В стенах спортивного комплекса «Красная звезда» 7 декабря собрались руководители муниципальных и областных спортивных школ, чтобы обсудить вопросы гармонизации законодательства в сферах спорта и образования. Совещание провел первый заместитель министра спорта Иван Колесник. Много информации, пока ее ни у кого нет. То есть сегодня практически в ежедневном формате идут различные ВКС с федеральным министерством, где участвует Минпросвещение, участвует Минспорт России, участвуют органы исполнительной власти. Мы приглашаем представителей муниципалитета туда для того, чтобы максимально четко разъяснить все позиции, которые будут введены после вступления в силу этого закона. На вопросы участников отвечали заместитель министра спорта региона Ольга Степанова и директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Зданович. С 1 января 2023 года вступает в силу федеральный закон 127, который вносит изменения в федеральный закон о физкультуре и образовании. И с 1 января перестают действовать программы спортивной подготовки и начинают действовать образовательные программы спортивной подготовки. Для учреждений ничего, кроме наименования их и ряда методической работы по приведению программ в соответствие, не изменится. Тренеры, которые работают сейчас тренерами, станут тренерами-преподавателями. В рамках реализации закона спортивным школам предстоит большая организационная и методическая работа. Внести соответствующие изменения в уставы, уведомить работников об изменении наименования их должности или условий работы, привести в соответствие положение об оплате труда, создать образовательные программы спортивной подготовки. Окончательный переход на работу учреждений по новому закону будет осуществлен к 1 марта 2023 года.